О трудовой дисциплине напомнил крымским министрам глава республики Сергей Аксенов. В ходе аппаратного совещания он подчеркнул, что все распоряжения, которые доходят до министерств и ведомств, должны оперативно и результативно рассматриваться. Если же такого не будет, нерадивым чиновникам придется поплатиться должностью. Зачастую у нас с вами, знаете, как происходят перекосы определенные. Принимаем кучу решений, после этого, как только решения начинают спускаться ниже вице-премьера, по нашей, так сказать, должностной ступенькам, все на этом дальше глохнет ситуация. Добиться какого-то решения просто невозможно. Ситуация неприемлемая, коллеги. От нас ожидают четких системных действий, да, то есть с тем, чтобы все понимали, что есть власть не только в лице сегодня председателя Госсовета Владимира Андреевича, меня или Олега Евгеньевича Белавинцева, а есть еще и руководитель профильных министерств, ведомств и так далее.